малая страна, так получилось, что у нас нет одной истории, одного языка, одной религии. Но у нас есть одно будущее. И это будущее будет счастливым только в том случае, если нас будут слышать. На этой площади 100 тысяч человек. В Харькове живет почти 1,5 миллиона человек. И все люди... И все люди... Так, харьковчане, я вас очень прошу, останьтесь все на площади. То, что там сейчас происходит в стенах администрации, это провокация для того, чтобы мы тут друг друга затоптали. Стойте все здесь, никуда не бегите. Вы должны знать, что в администрации занесено оружие, коктейли Молотова. Они специально хотят здесь создать такую давкую толкотню. Стойте здесь все, пожалуйста. Я вас прошу, не двигайтесь в сторону администрации. Пожалуйста. Это провокация. Те люди, которые там сейчас должны выполнить свой долг, это только правоохранители. Мы стоим все здесь и говорим: за Харьков! 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 Я хочу сказать, что сейчас рядом со мной Марта 14 года.
все, кто сегодня присутствует здесь, наверное, четко понимают, что наш здесь митинг, наша встреча — это мирный митинг и мирная встреча. И то, что сейчас происходит агрессия у стен администрации, там сейчас уже летят палки друг друга и так далее. Я призываю всех, кто меня слышит, прекратить любые действия, направленные на противостояние. Мы не должны делать так, чтобы мы начали рушить и противостоять друг с другом. Я хочу сказать всем спасибо, кто сегодня пришел на площадь. Я хочу вам пожелать хороших выходных дней. Я хочу вам пожелать, чтобы начало весны для нас всех было радостным днем. Чтобы мы готовились к 8 марта поздравить любимых своих женщин, чтобы они чувствовали рядом с собой мужчин, и чтобы мужчины, те, кто может сегодня, здесь и сейчас, сделали для себя один вывод, что мы должны будем защищать наш Харьков не только сегодня, не только завтра. Мы должны защищать наш Харьков всегда и во все времена. Всем большое спасибо. Мы будем с вами встречаться и собираться в любой день, по любому поводу. Главное, чтобы для нас, для всех был результат. Это безопасная жизнь, удобный город, комфортный город, город, у которого есть история и есть будущее. Чтобы наши дети, наши мужественные люди и смелая молодежь знали, за что они защищают памятники, за что они защищают наши исторические ценности. Спасибо всем людям, которые сегодня здесь были и еще будут с вами встречаться. Мы закрываем нашу встречу, но мы с вами не прощаемся, потому что я прошу всех еще раз организованно отдыхать и не обращать внимания ни на какую агрессию. Мы победим! Мы победим! Мы смелые и сильные! Мы умные и мужественные! Мы успешные! Так тому и быть! Спасибо всем! Администрация.